Всем привет! Это план покупок и гид по каталогу номер 11 компании Faberlic. Стартует он 17 июля и заканчивает свое действие 7 августа. Есть здесь и новинки. Отметила для вас самые выгодные акции. Отметила для себя, что же я хочу заказать. Ну а новичкам по-прежнему 500 рублей в подарок на второй заказ. Условия на обложке каталога. Но вкратце, если первый заказ на 1500 делаете, оплачивайте вперед действие этого каталога. А 8 августа, это первый день следующего 12 каталога, 500 рублей начислят вам на заказ точно так же на сумму от 1500 рублей. И в итоге, после автоматического списания этих денег в оплату заказа, за товар у вас останется всего лишь 700 рублей. Это будет таким выгодным у вас второй заказ. Ну и давайте уже начинать смотреть этот каталог. Он летний, он с супер ценами лета. И благодаря тому, что 29 июля у нас, оказывается, отмечается День помады, первые странички каталога полностью посвящены помадам. Ну и мы сейчас все посмотрим, что почем и какие лучше. Ну и открывает каталог самая, мне кажется, популярная помада. Это жидкая помада, матовая, то есть она наносится как блеск для губ, но подсыхает и становится матовой. Придает объем, чуть-чуть темнеет на губах по сравнению с тем цветом, который здесь. Но когда уходит глянец, цвет становится более глубоким и как будто бы немножко более темным. Рекомендуется наносить эту помаду очень тонким слоем, тогда она будет и держаться, и красиво лежать. Полная противоположность – это жидкая глянцевая помада для губ, 299 рублей, на нее сейчас скидка 50%. И у меня есть такая помада, как мне кажется, в оттенке 961. Давайте я вам покажу. Она яркая, красная, и давайте вот сюда нанесу. Мне кажется, да, это она. К сожалению, не сохранилось на упаковке нигде артикула после того, как я удалила стикер, который фиксировал крышечку от вскрытия, и вместе с ним ушел тот оттенок, который у меня есть. Но помада очень красивая, она стойкая, она хорошо ложится, не полосит и держится. Я снимала эту помаду, когда она была в товарах дня. Посмотрите, как красиво переливается. 40 минут я снимала с ней видео, и она чуть-чуть стерлась, то она все-таки не заявлена как устойчивая, но прекрасно, равномерно она стерлась, без каких-либо полосок. Так что я рекомендую эту помаду однозначно. Так, на этой страничке у нас со скидкой 60%, мне кажется, уже третий или четвертый каталог, вот эта палетка, и всего 399 рублей, была, кстати, и 449, по-моему, так что еще дешевле. Обратите внимание, карандаши для губ со скидкой 50%, вот, кстати, для вот этой помады можно использовать карандаш, для вот этих вот помад, мне кажется, тоже можно, ну, для любых, конечно, можно, но вот для этой глянцевой лучше использовать. Вот эти помады Full HD, цвет Full HD, очень-очень яркие, насыщенные, просто с первого слоя сразу дают насыщенный оттенок и ровно такой, как вы видите. Цена 229 рублей, это лучшая цена лета, и таких цен у нас в каталоге будет много. Помада бальзам, это бальзамчики с оттеночные, действительно небольшой оттенок дают, но цвета, конечно, как у помады, не будет. Вот эти блески я тоже очень люблю, они есть и с перламутром, есть просто глянцевые. Следующая полуматовая помада, я полуматовыми матами не пользуюсь, я могу просто отзывы дать, да, что из матовых самая лучшая вот та помада, а из увлажняющих вот это моя самая любимая, 359 рублей. Шикарная помада, у меня она в 7 оттенках, а покупала я, наверное, все, кроме красных. Вот, и это моя самая любимая помада, у нее такой полуматовый финиш, совершенно не блестящая, очень красивыми делает губы. Я всегда просто рекомендую эту помаду, но для тех, у кого не сохнут губы, у меня чуть-чуть зимой она подсушивает. Так, шопинг с удовольствием, продолжается у нас акция, в 10 каталоге стартовала, и вот такой купончик я получила уже. Он у нас виден и виртуально, и вот такие листочки тоже приходят. Их можно кому-то передать, если, допустим, у вас есть покупатели, написать,
что это их купон, и они могут на товары из определенных категорий купить со скидкой 50%. В текущем каталоге мы применяем вот эти купоны из прошлого каталога и будем получать новые купоны уже на другие категории товаров. Это декоративная косметика, парфюмерия и ароматерапия wellness, 4 категории. То есть мы тратим эти купоны в текущем каталоге, и плюс ко всему мы получаем новые на тех же условиях. 999 рублей по ценам каталога должно быть в заказе, и вы получаете купон. То есть на минимальный заказ вы уже один купон получаете. А дальше смотрите по сумме и ориентируйтесь, сколько вам нужно купонов. Отдельное видео сниму по работе этой акции. В 10-м каталоге снимала, и теперь для 11-го тоже такое видео будет. Здесь у линейки, эко-линейки из натуральных ингредиентов 99%. Видите, да, какие тут процентовки большие натуральных составляющих. Пудра. Появились два новых оттенка, темных оттенка. Один у нас называется загорелый, а второй глубокий темный. Ну, действительно, для темнокожих, видимо, эти оттенки разработаны, ну, видимо. И здесь тоже у тонального крема тоже есть новый оттенок, и называется он загорелый, по-моему. Я даже издалека не могу разглядеть, на темном фоне написано черным. Так, палетка. Бонусом за покупку идет палетка теней 799 рублей. Всю жизнь она продавалась за 1500. У меня эта палетка есть. Я ее получала как наставник, который выполнил условия акции. В общем, эта палетка мне нравится. Для тех она подойдет тем, кто любит полупрозрачный макияж. Даже темные оттенки здесь дают не очень большую пигментацию. Видите, да, каким набирается, светло-сереньким каким-то. Вот эти два оттенка я вообще использовала как румяна. Тоже интересные очень оттенки. Кому-то, может быть, и как тени они подойдут. Здесь 10 цветов и полупрозрачный макияж. Если вы любите яркий, насыщенный, то лучше вот такие тени рассмотреть. А эта палетка однозначно очень приятная. И кто-то вот хвалил, да, за то, что она едва-едва заметная. Но вот для дневного макияжа она очень даже неплохо подходит. У Cushion Baby Face появились еще три оттенка. Обратите внимание, это тоже все темные оттенки. На самом деле, я всю вот эту палитру вижу уже третий каталог. Но почему-то только сейчас напечатали в бумажном варианте, а именно онлайн я вижу их уже давно. Да, между прочим, все, конечно, в каталог у нас не входит, все товары, какие есть, а на сайте можно найти любой товар, который вы не нашли в каталоге по артикулу или по наименованию. Поэтому не пугайтесь, если нет в каталоге, это не значит, что товар больше не продается. Заходите на сайт, и на сайте можно все спокойненько найти. Любимые всеми палетки 439 рублей как бонус за покупку. Есть палетка в холодных тонах и есть палетка в теплых тонах. Следующая акция — это кисть Кабуки за 199 рублей при покупке любой из этих пудр. Ну, мне всегда было интересно, что же за такая бешеная популярность у этой кисти. Она коротенькая, и за счет этого, что ее удобно держать? Или вот объясните мне, пожалуйста, я не понимаю, в чем разница с, допустим, кистью для пудры обычной, да, почему именно она такая популярная. Пудры, рекомендую вам пудру Blur на лето. Мне очень нравится эта пудра. Она идет в единственном оттенке, это ее единственный минус, но она прекрасно разглаживает лицо. Вот у этой фиксирующей пудры тоже есть разглаживающий такой эффект. И пишут, что она бесцветная, что она подойдет любому типу кожи, но нет. Даже у меня чуть-чуть, когда подзагоревшее лицо или тональный, допустим, немножко темноват, то она выбеливает. Вот, так что я здесь не соглашусь, что она вот такого ярко-белого цвета и никак не влияет на результат макияжа. Влияет. Поэтому смотрите на лето, не знаю. Вот если вам, конечно, нужно высветлить оттенок вашего тонального, то она, скорее всего,
вам понравится. Но если вас устраивает ваш тональный, то подберите лучше оттенок пудры под него, чем вы будете получать результат чуть светлее, чем вам нужно. Так, теперь лучшая цена года, лета, это кремы Miracle. Так, у нас в акцию попал дневной крем и маска для лица, шеи и декольте. Лучшая цена лета. У меня есть крем дневной, я им до сих пор пользуюсь. Вот так он выглядит в приближении. Немножко желтенький. Насчет того, плотный он или нет, ну, может быть, для лета кому-то он покажется немножко плотноватым, но я пользуюсь, и мой макияж от этого никак не поменялся, что зимой, что сейчас. Огромный плюс этого крема в том, что в нем есть SPF 15, что для лета нам всем очень даже не помешает. В лучшую скидку лета попали маски Beauty Lab. Патчи, обратите внимание, здесь всего лишь одна пара патчей и три масочки, они тканевые. Сейчас меня снова поправят, что вот это гелевая, ну да, но они просто на лицо, они одноразовые. Вот эти две тканевые, это черная пузырящаяся, это тоже пузырящаяся зелененькая. 129 рублей, и это, конечно, очень низкая цена, по такой стоимости они не продавались даже год назад. То есть это 129 рублей, мне кажется, эта цена очень-очень давнишняя. Как бы не выводили их из линейки, потому что активно пополняют ассортимент других масок, я вот тут призадумалась на самом деле. Опять же, лучшая цена лета на двухфазную жидкость, 239 рублей, пользуюсь ей. И вот эти спонжики для умывания со скидкой 40%, 99 рублей. Они приходят вот в таких палочках, три палочки. Как только ты их мочишь, они расправляются и становятся очень приятными спонжиками. Я такими смываю маски с лица. В линейке ICU у нас скидка на ночную маску. Не часто мы видим скидки на какие-то штуки для умывания. И вот смотрите, в этом каталоге двусторонняя щетка для умывания со скидкой 50%, щетка-массажер для очищения лица со скидкой 50%. У нас, оказывается, смотрите, сколько всего для очищения лица. И увлажняющий наноспрей. Он, по-моему, в 10-м каталоге был на 100 рублей дороже. В него можно залить кислородный наш спрей активный и увлажнять лицо. Вот сейчас летом, когда жара и хочется освежиться, мне кажется, это прям супер штука. Мне кажется, что-то происходит с линейкой Dr. Core, потому что посмотрите, какие на нее скидки. Ну, вот за вот эту часть мне почему-то спокойнее, когда 60-50%, здесь вообще скидки минус 65%. Ну, про эту линейку и говорят, что ее выводят из ассортимента. Очень даже интересно знать, почему. Неужели у нас мало людей с чувствительной кожей или что происходит? Если у вас есть отзыв на эту линейку, пожалуйста, поделитесь. Может быть, есть какие-то вопросы к ней. Я не знаю, зачем выводить. Мне кажется, это очень хорошие продукты. Ну и минус 60%, когда вы видите стоимость, то нужно быть готовыми к тому, что придет срок годности. Может прийти срок годности, который истечет через 3-4 месяца. Вот. Так что, заплатив меньше, чем обычно, нужно быть к этому готовыми. Не вот 40% и даже не 50%, а вот когда 60% и 65%. Здесь нужно держать ухо востро. Меньше 3 месяцев компания не высылает товары. Если высылает, вы можете вернуть их как брак, если вам такой товар пришел, работники на складе проглядели. Вообще товары приходят, даже если с истекающим сроком годности, то 4 месяца до его окончания. 4. 3 – это уже уходит в распродажу по срокам годности. Мы видим ее в персональных акциях, когда она у кого-то появляется. Вот. Поэтому вы такие товары, если вам пришли со сроком менее 3 месяцев и не по акции с истекающим сроком годности, а по обычному каталогу, то вы можете их вернуть и сказать, что мне такой товар не нужен. 4 месяца здесь уже у вас не заберут обратно товар. Поэтому решайте сами, хотите вы не доплатить и получить такой товар, у вас есть риск. Можете, кстати, совершенно свежий получить. Это не гарантия минус 60%, что вы обязательно какую-то получите со истекающим сроком годности, но имейте это просто в виду.
Я вот с удовольствием покупаю такие товары, потому что если завтра наступит срок, истечет срок годности, это не значит, что послезавтра товар можно выбросить. Вот линейка Bloom, несмотря на то, что у нее бюджетные ценники, она очень крутая, очень крутая. Вот здесь аромат жасмина, сразу предупреждаю, он ярко выраженный. Вот здесь аромат ириса, он более спокойный, ну, в принципе, как даже сам по себе аромат. А вот здесь аромат туберозы. Я обожаю просто этот аромат. И вот эта сыворотка моя самая любимая. И я ее обязательно куплю. Я все хочу ее купить, и мои сыворотки никак не заканчиваются, но позапрошлым летом я пользовалась ими с удовольствием. Здесь 30 мл, именно про сыворотку сейчас говорю. Я ее под обычный дневной крем наносила, и у меня был шикарный результат, как после кремов, которые в 3 раза дороже. Вот. Обожаю ее и рекомендую всем. Ну вот у нас масочки снова пополнились, ассортимент, новыми масками. И вот интересно, даже маска с углем получается, да, здесь детокс. Маска с углем устраняет тусклый цвет лица, выравнивает тон кожи, заметно очищает поры. Интересно, будет ли она пениться так же, как Beauty Lab? Вот это нужно будет проверить. 119 рублей любая маска. Продукцию BOC начали активно включать в каталог, но так как я плохо знаю ассортимент, я просто среагировала на слово «новинки». Может быть, это уже и было, но все-таки акцентирую внимание, что средства для купания младенцев, шампунь без слезок для младенцев, появились в качестве новинок в каталоге. Обертывание минус 60%, 299 рублей. Вот это саше на один раз предназначено. Так что будьте внимательны. Следующий момент — это любое эфирное масло со скидкой 50% для страницы 97. То есть все то, что здесь у нас обозначено. Кстати, диффузор для этих масел в 10-м каталоге. Сегодня 17 июля, он еще продается дешевле, чем здесь, поэтому можете заказать. А с понедельника, с 18 июля, можно будет заказать аромамасло для того, чтобы ароматерапию у себя дома создавать. А появились новинки, а может быть, они были в прошлом каталоге, пихта сибирская и эвкалипт. Эвкалипт обожаю, пихту обожаю, вообще люблю ароматерапию. И она и поднимает настроение, и успокаивает. В общем, под любой запрос можно себе найти масло. С минус 60% продается Юдашкин. Ну, здесь сроки годности, во-первых, тут вот этот принцип неприменим. Это просто такая скидка на ароматы. У них вообще очень длинный срок годности. И вот этот аромат конкретно, он очень популярный. И я не думаю, что он где-то залежался на складах. Я знаю, как люди его любят и активно пользуются. У меня он тоже есть. Это аромат для тех, кто устал от цветочных. Вот кто, у кого есть сейчас запрос, хочу какой-нибудь, но не цветочный. Вот это пудровый аромат, и у него очень приятный букет у этого аромата. В общем, я очень его люблю. И он у меня много лет, с самого выпуска. Он не испортился. С тех пор я им периодически пользуюсь. Лучшая цена лета – это мужские шампуни со скидкой 50%, 225 рублей. Объем здесь 380, по-моему, миллилитров. Следующее. Ну вот здесь горячее обертывание, видимо, что-то пошло не так. Ну вот, кстати, я в пустых баночках показывала это обертывание. Дочка у меня 2 штучки вот таких использовала, ей не понравилось. Ну вот так же, как я не захотела заморачиваться, да, что это за горячее обертывание, нужно нанести на волосы, нагреть феном, в мешочек, под полотенце и вот ходить с этим. Ну и для меня это очень большие заморочки, а дочери почему-то не понравилось. Шампунь эксперт большого объема, 269 рублей, здесь 400 миллилитров, ну и бальзамчики в этой линейке тоже по акции 199 рублей. Я буду покупать дочери вот этот, у нее самый любимый, и у нее длиннющие волосы, мне приходится его покупать очень часто и постоянно. Ну и вот это вот маслице тоже я докуплю, нам оно нравится, и у нас оно подходит к концу. Дальше обратите внимание, выпрямитель для волос,
со скидкой 40% 2199. Еще и 20% скидка будет у всех тех, кто зарегистрирован. Если не зарегистрированы, пожалуйста, ссылочка на скидку под этим видео. Нажимайте 2 минутки, и вы уже сможете со скидкой покупать любой товар из каталога. Со скидкой 50% у нас уход для ног. Роликовая пемза. Я, кстати, такой с удовольствием пользуюсь. У нее огромный плюс в том, что на поверхности, на вот этой пилящей, она ровная, не оливообразная. И я слышала отзывы, что, допустим, пилка Шоль, которая была, да, у нее оливообразная вот эта насадка. И серединка, так как она выпячивается больше всего, она очень быстро стирается, а боковые грани, они остаются неиспользованными и очень быстро нужно менять, все стирается. Так вот, я этой пилкой не могу сказать, что регулярно пользуюсь, потому что у меня нет проблем особых, у меня как-то пятки сами по себе самоочищающиеся, но иногда бывает. Вот, так я одной насадкой пользуюсь уже года 3. Она до сих пор еще живая, не стерлась. Ее можно помыть, ну и отдельно докупить, если у вас она, например, стерлась. Работает от батареек. И мой самый-самый первый ролик на канале, какой года 3? У меня она уже очень много лет. Я выложила ролик о том, как она жужжит. Вот кому интересно, долистайте до самого начала. Там 40-секундный ролик, я с желтым маникюром. Просто показываю, насколько громко она жужжит. Это был такой, знаете, эксперимент, когда я включила камеру, сняла, думаю, дай выложу и посмотрю, вообще хоть кто-нибудь посмотрит или нет. Вот это было вот с таким вот посылом. До сих пор он у меня есть на канале, этот ролик. Вот по нему можно будет понять, сколько лет у меня этой пилки. Бальзам для стоп гладкие пяточки. Я, кстати, тогда еще боялась, что вдруг выведут из каталога, и купила штуки 2 или 3 вот этих сменных блоков. И они у меня до сих пор все лежат. У меня, кстати, у мамы такая пилка есть, у маминой подруги. В общем, в тот момент, когда они вышли, мы запаслись и пилками, и сменными блоками. Вот, так что это очень, очень классная штука. Так, что еще здесь? Бальзам для стоп гладкие пяточки в XL формате 199 рублей, а 50 мл 159. Ну, понятно, да, какой выгоднее купить. Вот, кстати, после пилки, вот их в паре, если использовать, это очень будет классный результат. Вот эту пилку я не использовала. Она на ощупь, вот прям даже пальцем проводишь, она даже кожу на руках цепляет. Поэтому, ну, ощущение, мне кажется, что да, она очень будет хорошо снимать, потому что даже кожу на пальцах она прям сильно цепляет. Думаю, что пятки тоже хорошо чистят. Но на пятках не пробовала, только пальчиками. Вот этот карандаш рекомендую для тех, у кого, допустим, босоножки с тонкими ремешками, ну или просто натирают. Попробуйте обязательно этот карандаш стик. Наносите и на ногу, и на те места на обуви, которые вам натирают. И они просто будут проскальзывать, и не будет натираться мозоль. Классная штука. Несколько лет у меня он провалялся, до тех пор, пока я не купила новые босоножки из искусственного материала, и они однозначно, уже прям весь вид их говорил о том, что мы тебе все ноги в кровь и затрем. Я с этим стиком ни разу ни одной мозоли с ними не получила. Рекомендую вам попробовать. Ну и лучшая цена лета еще у нас и на крем-антиперспирант. Кто в офисе в закрытой обуви находится целый день, обязательно попробуйте, этот все работает. Ну и размягчающий крем-компресс для ног. Посмотрите, да, прям весь уход за ногами у нас по спецценым. Крем-компресс для ног смягчает, и огрубевшую кожу проще будет снять, устраняет мозоли. В общем, тоже хорошая очень штука. Ну, на вот этих продуктах я очень редко останавливаюсь. Здесь я оставила стикер для того, чтобы попробовать вот такой дезодорант. С того момента, как он вышел, я ни разу не могла его поймать. А мне очень интересно по аромату. Линейку эту люблю и хочу попробовать просто новый аромат, который, возможно, все-таки появится. Дальше. Очищающий крем-гель для интимной гигиены. 239 рублей. Вот так в тюбике, очень удобно. Я не знаю, если вы любите с дозаторами, то, конечно, покупайте с дозатором, но туба, стоящая на крышке, не менее удобно, и я с удовольствием пользуюсь.
Мне прям все нравится, и аромат, и эффект. Ничего не подсушивает. Классная штука. Мои любимые БАДы. Ох, как я в последнее время их люблю и с удовольствием принимаю. Очень много скидок и в этом каталоге. Ну, что бы я здесь отметила? Во-первых, обратите внимание, Доброген Актив – это коллаген, который нужен абсолютно для всего, и для суставов, и для состояния кожи. Межпозвоночным диском, да, он помогает. Вот прям все тут написано, почитайте. И 1299, и у вас еще будет скидка 20%. Здесь на месяц приема разводите с утра, натощак пьете за 40 минут. Получается такой кисель с вишневым вкусом. И, ну, курсом, наверное, 2-3 месяца нужно пропить, поэтому можно сразу себе прикупить курс. Биологически активная добавка для детей — витамин D3. И несмотря на то, что лето, не у всех это солнце все время, у нас бывают часто пасмурные дни, поэтому я витамин D3 принимаю в режиме нон-стоп, и детям тоже рекомендовано, у них растущий организм, им обязательно нужно. Так, дальше, что здесь у нас? Еще имбирный напиток, но я его никогда не пробовала до сих пор, надо, наверное, попробовать. Скидки до 50%. Вот чтобы я взяла в запас, это бузину. Она прекрасно справляется с симптомами простуды, ну, так называемой, да, вирусных заболеваний. Я принимаю, это сразу облегчение состояния. Раньше покупала на iHerb, теперь, слава богу, у нас есть в каталоге, и не нужно переживать, что оттуда нельзя заказать. Дальше мне нужно будет обязательно концентрат безалкогольного напитка Алоэ Баланс. Восстанавливает защитные силы организма, улучшает самочувствие, улучшает обмен веществ. Да, у кого-то есть слабительный эффект от него, кому-то это тоже важно. Живица. Ну, живица у меня постоянно должна быть. Я ее тоже принимаю. Травяные сборы со скидкой 50%. Это вот верхний ряд. Дальше. Из товаров для здоровья у нас еще со скидкой сиденье из гречневой лузги. Сижу на нем всегда, вот даже за обеденным столом. Ну и валик из гречневой лузги, который нужно подкладывать под позвоночник, шейный, грудной и поясничный отдел. Определенным образом лежать. Но мне кажется, это все есть либо в интернете, вот все эти позы, куда нужно как ложиться. И даже в карточке товара, посмотрите. С 40% скидкой продается у нас массажер для ног. Вот тоже, когда он вышел, то я его не могла выловить. Потом я вообще про него забыла. Может быть, сейчас вспомню и закажу. Блендер со скидкой 40%. Вот в таких блендерах очень удобно делать крем-суп. Не с погружным вот так вот, а здесь именно, и молочный коктейль. Я раньше делала, у меня в Челябинске остался аналогичного типа блендер. Наливаешь молоко, мороженку, пломбир и спелый банан. Буквально 2-3 минутки все это пусть повзбивается, это невероятно вкусно. Банан именно спелый должен быть, зеленым будет отвратительно. Со скидкой посуда, и, как я понимаю, только в светлом оттенки в оливковом. Ну вот он почему-то самый мой любимый. Почему, я не знаю. Но я нашла отличие. У меня есть вот такая кастрюля и две сковородки. Маленькая и средненькая. И что я вам хочу сказать. Вот такое покрытие. А у мамы есть сковородка с коричневым покрытием. И вот у коричневого покрытия оно более неровное, более какое-то жесткое, а цвет, по-моему, это оливковый, да, у нас называется? Да, оливковый. Более гладкое. И антипригарный, вот без масла жарить, мне кажется, удобнее вот именно на светлых. Да, они темнеют со временем, но для меня это не страшно, но они зато более гладкие. А вот эти более какая-то шероховатая такая поверхность мне понравилась меньше. Хотя выглядит, конечно, она лучше со временем, то есть не темнеет, темнеть тут уже нечему. Так, ну, линейка Гринли – это биочистота, биолинейка, которая предназначена для районов, особенно с жесткой водой. Там свои проблемы, и я с удовольствием дозакажу себе гель для туалета, только им пользуюсь. И вот тут у меня приключилась история. Я на ночь залила это средство и забыла. Ну, вечером нужно было пойти его смыть, а я не смыла. Утром просыпаюсь, а у меня вода в сливе, да, в унитазе,
коричневое. Я смываю, у меня что-то там всплывает, какие-то, знаете, такие ошметки. Я перепугалась, что что-то не то с канализацией, вызвала слесаря. Боялась, что, что там что-то забилось, и откуда-то от соседей все это ко мне забрасывается, заливается. В итоге пришел сантехник и сказал: вы знаете, наверное, вы чем-то очень крутым почистили, и, ну, если поверхность унитаза вот здесь видимую мы очищаем, и мы видим, да, что там чисто, то вот там внутри уже под водой, когда труба уже ушла в саму канализацию, мы же туда никак не можем подлезть, а все равно там есть вот этот налет. И вы, говорит, его чем-то растворили. Что за средство вы туда налили, что у вас пошло растворяться вот там под водой в трубе? Я говорю: а, ну, да, говорю, я вот тут забыла просто на ночь средство туда налила. Он такой: ну, убойное у вас средство, вы просто почистили стенки канализации там в глубине, и этот весь налет отошел, и вот сюда вам вышел в трубу. Он все там проверил, сказал: все нормально, Марина, спи спокойно. В общем, это средство, представляете, как хорошо действует даже под водой. Ну, а вот это мое тоже любимое для уборки с ароматом цитруса. Сейчас скажут: Марина, из чего ты делаешь омывайку? Вот из этого в том числе. На 4 литра вот прям на глаз наливаю. Вы же знаете, вы же если моете такими средствами пол, вы видите, как пенится это средство. И, соответственно, должны понимать, сколько вам нужно налить на 4 литра, но это примерно так же, как вы в ведро для пола наливаете, чтобы не было лишней пены. Она же вам не нужна на лобовом стекле, поэтому... Я не знаю, там столовую ложку, может, 2 столовые ложки на 4 литра и хорошенько разболтать для того, чтобы залить потом в бачок омывателя. Так, ну здесь что я еще отметила? Мне нужен вот этот вот спрей. У меня заканчивается, я его брызгаю на воротнички, манжеты и на носочки перед стиркой, и они выходят совершенно чистыми. Ну и под конец каталога у нас... распродажа одежды. Много всего сюда попало. И обувь. Ну, тут просто вот все подряд листаешь и на все скидки. Даже вот на средства с SPF лучшие цены лета от 99 рублей. Такая замануха, да? Это вот про бальзамчик здесь речь. Эти, конечно, не 99. Цены от 279. Вот конкретно эти два средства я покупала за 349 рублей. Так что... разница приличная. Если вы только собираетесь в отпуск, то вам очень повезло. Лучшая цена лета на Бонджорни, ну, вот на эти 5 ароматов. По-моему, там выходили новинки, которые я бы хотела попробовать, но вот они сюда не входят. Вот еще лучшие цены лета Биоси. Тут, кстати, что у нас? По-моему, я двухфазная, вот для снятия косметики с глаз. Посоветовали мне попробовать, обязательно попробую, потому что для дочери хочу купить. Лореаль, который она покупает, уже под 400 рублей даже на Озонах и Вайлдберрис, поэтому буду пробовать предлагать ей вот это средство, ну и, конечно же, попробую сама. Обожаю вот это мыло, вот просто обожаю в любом аромате, они все ненавязчивые, они все классные, веганская формула, гипоаллергенные и не сушат кожу. Вот это мне очень сильно сушит кожу, а это не сушит, так что я могу рекомендовать именно вот это. Ну, это вот все лучшие цены лета, здесь уже сами все посмотрите, я просто быстро пролистаю. Люблю кремы вот из этой линейки для ног, уже разные покупала и все мне понравились. Лаки для ногтей 145 рублей. Жидкие тени, обратите внимание, 259 рублей, оттенок жемчужный. Очень красивый. Я его видела, но я сама жидкими тенями разлюбила пользоваться, поэтому не покупаю. Любимый мой блеск для губ. Ну, 299 рублей. В 10-м каталоге он стоил 269. Вот, кстати, не то чтобы сказать, что это прям полноценная замена вот этому голубому. У голубого более холодный сиреневый оттенок. Вот у этого просто розовенький. Я ВКонтакте делала сравнение всех трех блесков. Можете на мою страничку зайти. Ссылка на страничку есть в описании к этому видео. Заходите и ищите. Уже он уехал, этот пост, вниз. Но если вам очень нужно видеть разницу, я думаю, что вы доберетесь до него. Вот и детское тоже все со скидкой.
500 рублей, напоминаю, новичкам, если вы зарегистрируетесь на сайте Faberlic, вам сразу же будет скидка 20% и 500 рублей на второй заказ начислит вам Faberlic. И уже с 18 июля вы сможете эти 500 рублей забрать при условии, что вы оплатите свой первый заказ в даты действия этого каталога. На этом все. Всем большое спасибо. Не забывайте, что вот такие купоны вы будете получать и в этом каталоге. И смотрите, чтобы сумма вашего заказа была кратна 999 рублям, чтобы получить побольше купончиков. На этом все. Ждите видео о том, как действуют эти купоны. Обязательно выйдет в ближайшие дни. И делайте покупки с выгодой. До новых встреч. Всем пока.